Всем привет, меня зовут Наталья. Сегодня мы с вами в Штутгарте посетим магазин Мюллер, посмотрим парфюмерию, также уходовые средства разных брендов, цены, качество, что представлено, что можно купить со скидками и вообще все интересное, что касается магазина Мюллер. Он в Штутгарте очень большой, поэтому есть что посмотреть, есть что купить и также очень много скидок. Всем приятного просмотра. Увидимся. Так, посмотрим сегодня, что в Мюллере представлено. Такой боди-лосьон со скидочкой 400 мл от Lancome. Сейчас 23 евро. Угу. Также Lancome дезодорант. Крем. Нормальные цены. Шисейды. Так что здесь у нас еще хорошего, посмотрим. Масочки веганские. 3,49. Сейчас мода все веганская. По 3 в среднем цены. Декларе крем. Спа 50 мл по 50. Я такой брала в белой бутылочке. Мне не понравилось. Очень сушит кожу. Это для глаз. Вокруг глаз использовать 28 евро. В нем сколько? 15 мл. Угу. Посмотрим получше. Сенсай, Калистар, Калистар, анти, концентрат 52 евро. Большая 200 мл, большая бутылка. Кстати, ничего, можно посмотреть. О, Шисейда наборы. Такой вот набор в него входит. 15 мл мусс. 30 мл какой-то лосьон и 100 мл серу. А, и к нему идет бутылочка крема. 50 мл, 103 евро практически. Неплохой набор. Кстати, второй вот 119. Есть с таким кремом, есть с другим. Тоже такие хорошие наборы. Что здесь у нас еще такое есть? Estée Lauder крем Revitalist Supreme. Так, сколько такой крем стоит Revitalist? А, вон 117 евро он стоит, да? А этот 114, 50 мл. Такой стоит 78. Ну да. О. Сислей. Да, цены, конечно, впечатляющие. Такой Сислей. Угу. От 120 и вверх цены. Нет, вот что-то есть за 100. 60 мл. 60, какой-то крем. 60 мл формула. Ну, там Кларинс. Шисейда. Это меня больше интересует. Крем 93 евро, 50 мл. Антиэйдж. Такой 93. Угу. Такие. Линейка красных флакона. Шисейда Ультимейт 68-69 евро. Такой 188 крем, такой вот 122, считай. Такой вот линейка в розовых флаконах, такие красивый цвет розовый, 114,
часы, да, эмульсия серум 140, крем 87. Такой крем 75 миллилитров 100 евро. Этот 50 за 87, но это получается выгоднее. Единственное, состав нужно посмотреть. Такой крем Шисейте Био, 75 миллилитров, заявка 22 евро. Так, вот эта линейка, она немножко липковата, я ее пробовала. Она немножечко, мне кажется, более на зимний период времени, потому что как-то липнет. Такое ощущение, что она вот как-то с медом добавлена. Так, здесь у нас Dior, маска за 69, это Dior, такое молочко 104, Perfect Augen 50 миллилитров 139, крем, такой крем по 94, 50 миллилитров. Не знаю, я вот не пробовала. Здесь вот крема от Шанель. Тоже ценные. Это лосьон за 58. Серум 102. У него 30 миллилитров всего-навсего. Крем 50 миллилитров за 95 практически. Этот для глаз, наверное. Здесь пустые коробочки стоят, здесь ничего нету. Если в этой есть... А, нет, вот в этой есть коробочки. Крем 15 миллилитров. Этот стоит 66 евро. Вот это он, наверное, вот этот, вот такой. Да, это он представлен. Вот такой вот серум. Цены, как будто бы они его неизвестно с чего делают. Этот с лифтинг эффектом 115, 122, 50 миллилитров этого крема. Так, еще вот такие наборы от Шисейда. Сколько они стоят? Ну, тут у них такая цена дешевая. Тут крема нет. Здесь такой. А вот с кремом есть такая штучка. 50 миллилитров крема, 30 миллилитров вот этого серума, наверное, да? 107 евро. Ну, кстати, очень хороший набор. Такой набор. Здесь что? 15 миллилитров и крем. Этот 74, 75 евро. Вот у него цены. Ну, биотером. Такие же цены, как и у Шанель, и у Dior. Вот это Ланком. Цены приблизительно везде одинаковые. Вот такие духи, которые были тестер и дал 70 евро. Сейчас на него скидка 50 миллилитров. И дал такой вот другой. Да, другой 55 евро, но здесь за 25 миллилитров. Другой идол. Такой идол. 50 миллилитров 90 евро. Такого красненького цвета. Вот этот розовый. Это красный. Синий. Наверное, апельсиновый больше такой будет. Такой приятный запах. Зелененький еще есть. 78-75, в зависимости от миллилитров. 55-95-30 миллилитров. Нарчиса. Булгари. Роза Волда. С розой запах. Это тоже роза. Это Булгари. Гордонция. 90 евро.
Комфорды. Знаменитой вишни нету, которые все с ума сходили. Да. Жадо 103 евро. 50 миллилитров. Это 20 миллилитров Жадо. 51. А это что? 50. Это что такое? А, это лосьон. Это, наверное, его местами переставили. Шанель. Шанель Мадемуазель. 122 евро за 100 миллилитров. Большой флакон. Шанель. 70-80. В принципе, цены неплохие. Вот такой зелененький Шанель. Хочу попробовать. Что-нибудь свежее. Это уже все это сладкое. Тяжело воспринимать. Ну так. Мне кажется, все нам друг на друга похоже. Ну, зелень. Так. Что у нас здесь в Герлении? Аквалегория Бергамот. 99 евро, 75 миллилитров. Гордения Мандарин. Тоже цена одна и та же. На 7 бутылочки. Аллегория Герлен. Роза. Флора Черри. Роза. Флора Кристалл. Цена одна. Здесь такой зеленый. Цена везде одна и та же. Блин. И что у нас здесь у Гуччи? Гуччи Флора. Тоже 50 миллилитров 90 евро. 30 миллилитров 60 евро. Стоит. Такие нарядные, красивые бутылочки. Вот это пробовала. Не знаю. С этими руками будет столько. Вот Гуччи Раш. 30 миллилитров 60 евро Гуччи Раш. И Хлоя. Сто евро, 75 миллилитров Хлоя. Такой вот беж Хлоя парфюм. Буди по 65-69. Цены, в принципе, здесь Хьюго Босс, Оливия. Хотела посмотреть Праду. Вышла новая Прада. Где Эмма Уотсон в рекламе. Пользуется популярностью. Но здесь не нашла. Наборы такие. Дольче Габбана набор. Что сюда входит? Интересно нарисовано. А вот такие 10,5 миллилитров. И стоит 70 евро. Вот так вот. Такие цены. Это я была в Мюллере, в Булгаре, еще, кстати, тоже 60 евро. Что сюда входит, это наборчик? Ага, здесь ничего, тут набор из трех видов состоит. Получается 40 миллилитров. 40 и 40 гель. Туалетная вода и лосьон такой. Ничего, кстати. Ага. Кофе, набор 50 евро. Тоже такое, ничего. Крем с парфюмом. Часы, Бенадиза. Кстати, неплохой набор. Версачи. Какой чудный набор. Версачи. 25 евро. А что так дешево? На
написано, что 4 флакона таких. Ну, супер. Отличная цена. Почему бы не попробовать такие наборы разные? Булгари, кстати, тоже красивый. Еще булгари такой есть. Цена тоже так 20-55, этот 60. Прикольно.